Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я хочу показать вам славянский или русский алфавит Волхва Алхимика, зеленый он еще называется. Так, я вкратце назову значение его. Так, приступим. Тут сколько сохранилось, столько сохранилось. Чаще их использовали, нанося на какие-то составы, на зелье, на бутыльки, на сосуды и так далее. Вот, приступим. Но чаще, я говорю, это магическая алхимия. То есть область очень другая, более для тех, кто более осведомлен в этой области. Кто мало что знает, для тех будет очень новая тема, и надеюсь, как-то поможет она вам. Можно также в руноставы составлять, я уже как бы выкладывал эту тему, показывал, что можно в руноставы наносить. Вот, они реально работают, потому что наработана столько лет уже связь, а чем больше использовалась данная структура, тем, как говорится, еще лучше. Приступим. Первое. Так, сейчас я уберу тут. У меня что-то валяется на столе. Всякая фигня. Так, первый. Лишить дара на время. Второй. Это спасти от смерти. Третий. Так, третий. Это зелье шарма. Четвертый. От тупика в жизни. Пятый зелье оратора. Шестой увеличить половое или часть тела. То есть любую часть тела увеличивает. Некоторых мужчин для половых органов используют. Седьмое. Так, это обезвредить яд. Восьмое. Разделить что-то или кого-то. Девятое. Это торможение процесса. Десятое. Тоска, обиды, наказать. Одиннадцатое. Зелье, смельчак, сила. Двенадцатое. Двенадцатое. Кислотное исцеление, снятие негатива. Тринадцатое. Пытка зельем, порча. Четырнадцатое. Это вернуть энергояд врагу, как откат. Так, подождите. Так, пятнадцатое дальше. Пятнадцатое. Ожоги. Тлеющее зелье. То есть теплое зелье такое. Шестнадцатое. Вот. Шестнадцатое. Зелье решает проблемы с мозгом. Семнадцатое. Это магический вирус болезни. И 18-е. Обжигающее зелье, как кислота. Следующее. 19-е. Наше зелье. Так, подождите. Вот, 19-е. Это умножает, прибавляет. То есть что-то можно увеличить. 20-е. Это зелье. У меня тут ошибочка, подождите. Так, это у нас зелье 20-е перемещений. 21-е. Это у нас зелье воздуха ветра. Ну, вызвать воздух и так далее, и так далее. Управление. Так, 22-е. Это зелье, вызывающее иллюзии духа морок. Так, подождите. 23-е зелье, это у нас зелье восстановления травм и переломов. 24-е, это антинеудачник. 25-е,
Так, что-то плохо видно. 25-е. Здоровье тоже за счет других, как бы как накратник. 26-е. Так, это что-то похожее на съесть, выпить чужую удачу и так далее. Чужой фарт. 27-е. Поднимающий духов без тела. 28-е. Зелье богача. 29-е. Вырастить крылья. Но я чуть сомневаюсь. Вот, дальше. 30-е. 30-е это уже все, уже заработался. Так. 30-е. Это яд для безнадёги, то есть добить, видать. Так, следующий сейчас приблизим. Так, следующий. 31-й. Биодух. Вот он. 32-й. Так, вот 32-й. 32-й. Зелье. Могущество и слава силы. 33-е, как бы что-то перевода нету. Так вот, если мы сейчас тут. Так, 32-е я уже назвал, 33-е вроде бы нету вообще перевода. Вопрос вообще, то есть пусто, пусто нету, 33-го нету. Так, 34-е. Есть. Это у нас... Стоп, вот что. А, вот. Вот, 34-е. Это огненный дух в бутылке. 35-е. 35-й. Стоп. А, вот. 35-й. Это у нас открыть порталы, зелье, открывающее порталы. 36-е. Зелье зеркала, то есть зеркальное какое-то зелье. Воздействие странное тоже, но не знаю на любителя. Вот такой алфавит волхва алхимика зеленый, но не знаю на любителя. Кому что как понравится, как говорится. Всем удачи, успех, с вами был Александр Печуев, удачи.